кто будет получать стипендию мэра в новом учебном году. Решение принимает городская комиссия, в которую вошли ведущие специалисты в сфере образования Колымы. Претендовать на денежное поощрение в размере 3000 рублей могут 10 юношей и девушек, прежде всего отличники. При отборе кандидатов жюри также обращает внимание на заслуги в общественной, культурно-массовой, научной, волонтерской и спортивной деятельности, победы в различных конкурсах и олимпиадах. Если таких не будет, да, желающих претендентов, я имею в виду, то тогда эту сумму поделят на то количество человек, которое будет, грубо говоря, выбрано комиссией. То есть в прошлом году, да, вот сделали вместо 10 – 5, по 2. В этом году у нас есть возможность назначить стипендию 10 студентам по 3000 рублей. В этом году стипендию мэра может получить не только студент вуза, но и учащиеся средних специальных заведений. На премию претендуют 13 кандидатов. Свое решение комиссия озвучит на этой неделе.